Привитос, амигос, продолжается Beyond Two Souls, когда же он уже интересный, чем вообще такая игра может закончиться, неужели ее не убьют? Все, со своими друзьями-бомжами она распрощалась, и теперь она уъебала куда-то в пустыню, наверное, она хочет жить с индейцами, не знаю, какие у нее еще... Слушай, я пить хочу! Какие у нее еще планы могут быть на эту жизнь? И ни малейшего понятия, где мы, так что не надо мне жизнь осложнять, ладно? Ну, я б сейчас шпилилась там с Райном в квартирке. Так нет, блядь, скажи, помешал мне. Вон ферма какая-то. Мы будем жить на ранчо. Правда, это не ранчо, а сранчо какое-то, блядь, рядом с дорогой. Как удобно ходить с такой камерой. Даже вот не дают повернуть и пойти через траву. Надо вот идти по дороге. Да, конечно. Обалденно. Видимо, мы идем не на сранчо, мы все-таки будем попутку ловить. Ну и двигаться в направлении, чтобы типа не было скучно, да? Неужели никто бы не подвез такую молоденькую, сочную девочку с такой... Ну, кривыми ногами, конечно, блядь, но жопа вроде в джинсах ничего. Да и дальнобойщики, слушай, там выбор-то дрочить или такая. То есть как бы... Все будет хорошо. Да, только не у нас. Ну, черт знает где. Сзади скала на член так похожа. Пересохла. Полная жопа. Но все будет хорошо. А над ней уже стервятники, наверное, кружат. Что? Мираж, наверное. Чё же она её сразу не заметила? Уже стемнело, пока она преодолевала эти 200 метров, которые разделяли ее и эту ферму. Нормально. Ничего страшного, Айден. Айден-то чё, блядь, боится лошадей, что? Вон тут и тачка есть, вроде даже на ходу. Интересно, куда она вообще направляется? Вот она чё? Лишь бы ее ЦРУшники не нашли, что ли? Подождите, в конце прошлой серии ее шериф на дороге нашел. А теперь чего? Как она сюда-то оказалась? Что-то не понял. Пропустили. Видимо, пропустили ту часть прологовую. Блять, она ж синяя была. То есть теперь главная героиня, получается, теоретически может погибнуть, потому что, ну, игра началась с пролога, где она была жива, но сейчас миссия с прологом уже как бы пройдена, это уже то, что было после нее, получается. Тут сейчас, наверное, такой Клинт Иствуд живет. Привет. Извините за вторжение. Мачо, индийский мачо. К нам нельзя. Прости. Можно я? Ночью мы превращаемся в волков, да? Пожалуйста, обещаю, утром я уйду сразу. Говорю же, к нам нельзя. Теперь уходи. Ну я же сказал, она будет жить с индейцами, блядь. Перуанский. Ладно, можешь переночевать. Входи. Ваша индийская щедрость сравнима разве что с вашей индийской мудростью, вождь. Как зовут? Где ваши перья? Джоди. Я Пол. Джоди Вижн. Это мои дети Кори и Джей. Да? Моя мать, Шимасани. Шимасани, это мать. А я думал, не ребенок так. Что она не ответила. Она давно молчит. Мы будем ужинать. Вообще, мы думаем, что она умерла на прошлой неделе. И шевелится только нам назло. Да, спасибо. У нас сегодня вареный опоссум. Будешь ли ты?
Интересно, они поблагодарят Иисуса за посланную пищу? Там же все в Америке, по-моему, молятся перед едой, как дебилы. Так, ну что, давай на котлетки подналяжем. А это что, шауха, что ли, смотрите? Хули стесняться, да? А, буритос. Какое неловкое молчание, а это что, винишко? Попиваем-с. Нет, а, вода. Эй, индейцы, у вас как с огненной вандой-то, напряженка, э? Мигуста бухать, сильвупле. Нихт? По-моему, на нее уже кто-то свой индийский глаз положил. Нет, чувак, только если ты в натуре в оборотне можешь превращаться. Сумерки смотрел, да? Вот почему? Почему там у оборотня были шансы? Потому что... Мало кто заходит. Куда хоть направляешься? Ну да, последний раз, когда зашли ковбои, всех бизонов убили и ушли. Да так, иду, куда глаза глядят. Путешествую, ёпта. Честно говоря, пока сама не знаю, куда хочу прийти. В золотой Эльдорадо. Навахо. А вы ведь... Апачи? Навахо, да? Мы Дине. Дине? Это значит народ. Вы самые, блядь, неизвестные индейцы в мире. Ни Магавки, ни Апачи, блядь, ни Иваха. И ферма, похоже, единственная на всю округу. Mm-hmm. Были другие, но люди ушли в город. Белые грингос. Здесь жить тяжело. На, ну да, у них индейцы же, блядь, казино открывают там. Вы разводите лошадей? Да. Да, ну, таких как ты, лошадок. Еще у нас есть чурро. Чурро? Чурро. Овцы. А, чуру, овца. Я знаю. А быки, бизон, это татанка. Татанка. Ну, танцующий с волками, да? Смотри, танцующий с волками. Опачки, опачки. Злые духи. Чё такое? У вас тут чё, полтергейсты водятся? Чупакабра приближаются? Чё они делают? Куда? Я из вашего бомбоубежища деревянного никуда не пойду. Блять, не войти в режим Айдена, не посмотреть. Ты идешь? Блять, не выйти отсюда нихуя. Идешь, вау. Я, наверное, стал слишком много позволять жрать себе за столом. Они поняли, что, блядь, что-то невыгодно меня держать. Говорят, что спать пора. Не надо было налегать на тако. Не выходи. Что бы ни случилось. А в чем дело? О чем ты? Тебе дорога жизнь. Запри дверь и не выходи до утра. Мне страшно, останься со мной, погрей меня своим телом. Ты же на это рассчитывал, да? Че у него на шее болтаются ключи какие-то, блядь, на веревке? О, опять псевдоэротическая херня. Да, конечно. Ну да, я начинаю улавливать, почему они выбрали именно Эллен Пейдж, потому что, ну, Эллен Пейдж и солдат Джейн, которая тоже играла военную тёлку, они, ну, очень плоские бабы. Как бы не бывает таких спортсменок с такой фигурой, скажем так, нормально. Но если ты не силиконовый рестлерша, конечно. Что их так напугало? Ну, Айден, наверное, чувствует что-нибудь астральное здесь, нет? Может, ты Айдена спросишь? Что их напугало? Наверное, пьяные техасцы, ёпта. Айден наверняка может подслушать. О, фотка вождя, смотрите. Чингачгук, большой веник.
Так, где у них тут? Ага. Смотри-ка, сантехнику подвели в пустыне, блядь, каким хуем, интересно. Так, эта бабка тут медитирует, понятно. Где, где какие-нибудь разговоры-то разговариваются вообще здесь? Ходит кругами, наверное, это. Тёлку увидел, сразу вдуть захотел. Пытается, блядь, себя успокоить. Это кто такая? Кто это такой, блядь? Его не было за столом, смотрите. Они еще какого-то чувака тут держат. Понятно. Что, нихуя не понятно? Давай, ложись. Смотри, что во сне с тебя скальп не сняли. Я, блин, этим красномордом вообще не доверяю. Я склонен подозревать всех. Они, наверное, людоеды. Очень странная ферма. Не настолько странная, не как-то, где зловещих мертвецов снимали. Завтра мы будем далеко отсюда. Ну и ходячих. Она как маленькая засыпает, смотрите. Сейчас на один бок, потом на второй. Нет. Не выходи. Слышь, Глесиас, ты что-то какой-то... Бабка, наверное, превращается, блядь. Ух ты, ёпта, нихера себе. Шаман. Одеваться не будем, так пойдем. Надеюсь, что дверь просто заела, они просто нас заперли здесь. Что происходит? На съедение. Айден, надо открыть эту дверь. Они не знают, что я сама паранормальная, бля. Пара ненормальная. Еще и на ключик заперли. Ты смотри, какие. Наверное, там уже жеребий тянут, кто первый мне будет пропердоливать. Не делают. Хоррор начался, чуете? Пол, откройте, что у вас творится? Возвращайся к себе сейчас же. Пожалуйста, делай, что я сказал. Ну вы такие, блять, мутные ребята. Не пойду я к себе. Я, знаешь ли, блядь, в ЦРУ тренировалась. Пойдем, выйдем навстречу опасности. Вот он какой. Что ты здесь делаешь? Сказал же, сиди в комнате. Это был Ноксу Кау, белый воин. Ложись спать. Утром уйдешь. Дух белого коня, наверное. Чё они не связали, блядь? Видно же, что они хочет сидеть в своей комнате. О, какой у неё шрам чётенький. Откуда такой, интересно?
Че, они барахлишко-то мое не постирали, пока я спала? Че это такое? На паром дышит? Батюшки-саратюшки, какой ужас! Че ему Айден с вертухи-то не втащит, я не понимаю, блядь. Айден что-то, блядь, халтурить стал в последних сериях. Нихера ее не защищает, блядь. Айден — это просто многофункциональный открыватель дверей теперь, все, ни больше, ни меньше, ничего не делает. О, это фанат бейсбола. За краснокожих, наверное, болеет. Как там это, Вашингтон Редскинс. Все дела. Ты заебала. Ну, это, наверное, какой-то известный американский бейсболист. Не знаю, о чем вы показали. Ты выспалась? Я велел тебя не будить. Я высралась, ёпта. Спасибо. Что это было прошлой ночью? Это было нужно. Будешь кофе? Да, индийский кофе, наверное, блядь, крут. Да, это самообслуживание, видимо. Пей нахер, все. Сейчас следующее, что будешь жрать следующие три дня, это песок, блядь, и пыль вдоль дороги. Все, кружку сами помойте, я пошла, короче. Спасибо вашему дому, пойдем к другому. Блять, да там плюс 200, наверное, на улице, господи. Ну, я пойду. У тебя есть шанс меня задержать, слышишь? Посмотри еще на мою задницу. Спасибо. У тебя дети есть. Вам же надо плодить маленьких краснокожих индейцев. У нас на ферме много работы. Ну, иди работай сам на своей ферме. Можешь остаться на пару дней. Ну, дерьмо уберешь граблями. Платить нечего. У тебя будет еда и ночлег. Что скажешь? Да. Да, хорошо. Хорошо. Как удачно, что меня никто не спрашивает. Одежда у Коли. Переодевайся. Какого нахуй Коли? О, нихуя рабочая одежда. Да я теперь просто объездчица лошадей. Что, поработаем? Что надо сделать? Принеси овцам воды. Справишься с этим? Ну да. Ну а чё я, блядь, тупая совсем, что ли? Овцам воды. Он первая сидит в кресле, уже водички ждет. Тоже мне работа геймпадом трясти. Слышишь, ты по одному ведерку будешь долго таскать, давай сразу несколько. Маленькая Эллен Пейдж два ведра не прет. Грузоподъемности не хватает. По-моему, ведро еще пустое, блядь, как минимум наполовину. Что, ты останешься? Похоже на то. Клево? В смысле, еще блядь. Одна пара рук. Спасибо, Джоди. Еще одна пара рук, притащи пара сисек. Сено из сарая притащить. Слышите, а можно я вот буду подметать, блядь, а вы носить всякую тяжелую хуйню? Я же все-таки женщина, блядь. Не, рожать еще, наверное, когда-нибудь. Че ты так торопишься-то? Подумаешь, бабка сидит. Она все равно не разговаривает, что на нее отвлекаться? Сено. Сено, блядь, еще и с верхней полки, что ли? Вы прикалываетесь? Я самая маленькая вообще, я карлица, ёпта, как я? Индейцы вообще любят напрягать маленьких девочек, походу. Помоги, Айда. А, ну понятно, блядь, конечно же. Сейчас весь сток растеребонькую. Куда, Айда? Один?
утюг. Не надо сразу тащить всю кучу. Перевыполним план, нам только спасибо скажут. А кто у них сено жрет на ферме? Я что-то коров у них не вижу. Овцы что, тоже сено жрет? И лошади? Ну, лошади понятно. А, лошади, да, наверное. Так лошадям, наверное, надо нести, ёптать. Овцы вроде траву щипают, нет? Эй, Джоди! Чё? Обед? Иду, сейчас только здесь закончу. Рабочий день только начался. Так куда сено-то тащить? Чё она, блядь, молчит? Сколько такой брикет соломы весит-то, интересно? Килограммов 10, наверное? Положи где-нибудь. Спасибо, Джоди. Пожалуйста, вождь. Пора обедать. Иди к ребятам, начинайте без меня. А вы? Попозже. Я еще не закончил. Ладно, увидимся. Да. Экзотично, конечно, красиво, блять, но... Депресняк тут какой-то прям вот ощущается в воздухе. Садись. Нахуй так жить непонятно. Навахо. Шимасяни. А правда, что ваша бабушка молчит уже много лет? Да. Отец говорил, она молчит со дня смерти прабабки. Прошло лет 30. И в чем прикол, блядь? А вокруг живут другие навахо? Раньше тут было полсотни ферм. А теперь только мы. А остальные испугались. Остальные решили податься в город. Пустыня не всем по нраву. Чё они не говорят? Что за ебанина творится? Она ее видела уже. Они продолжают что-то скрывать. О, призрак. Ночью я открыла двери и... Что-то увидела. Снаружи точно кто-то был. Who we gonna call? Ghostbusters! Тебе приснилось. Слышишь, ты кому в уши ссышь? У тебя, блядь, стрючок еще столько не вырос, блин. Что с ними случилось? Да чупакабра их загрызла. Чупакабра переводится как сосущий коз. Та буря. Перуанские. Вышли из загона и задохнулись в песке. Ты всегда такая любопытная. А рваные раны на боку, это, блядь, они так дышать пытались? Понимаю, да. Да? А если я тебя начну допрашивать? Откуда ты пришла? Что давай, ты попробуй. Тебе ведь не понравится? Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. Извини, мне... Этот белый воин, это, наверное, их прабабка, со дня смерти которой молчит их бабушка. А где их мать? А он только с виду такой злой. Наверное. Ну, раз работу, а то отец рассердится. Заебись, пообедали. Увидимся. Молодец, Джоди. Чё ты-то молодец? С ними, блядь, поговорить не о чем, сука. С ними только, я не знаю, тонкости скальпирования бледнолицых ковбоев обсуждать. Пошли покажем ему, как надо лошадь укращать. Пойду как Джей. И молчаливому Бобу. Чё-то лошадь какая-то покоцанная. Упрямый. Не хочет быть как все. Можно попробовать? Имело дело с лошадьми. Да я сама лошадь, глаза разуй. Я маленькая лошадка. И у меня есть привидение. Привет, Ашки. Не бойся, я просто подойду, ладно?
Ща как копытом тебе свертухи в щи даст, Розан. Нет, Айден. Я должна сама справиться. Ты чё? Ну давай, блядь. Точно, сейчас как... Тихо. Какой он нахуй гордый. И упрямый. Он циклон, блядь. Он боится. Потихоньку, потому что ему сахарочек надо дать. Эй, сахарная копытца, заебал. Ну, Ашки, не так уж и страшно, а? Ашки любят, чтобы ему ебло-то почесали, походу. Я ведь тебе нравлюсь. Эй, Айден, хочешь покататься верхом? Чтобы Айден в нее вселился в лошадь хочет? Да. И Айден, я должна все сделать сама, блять. Айден, давай, короче, заебала самой все делать. Вселяйся, поехали. Отведи его в загон. Может, давай это сначала индейца обоссым. Я копыта-то приподниму. У коня струя, наверное. О, у них все лошади одинаковые, смотрите. Как стильно. Как это ты? У всех свои секреты. Ну, понял, чмо, блядь. Иди учись с лошадьми работать. Те лишь бы, блядь, каменные топоры метать, да? Вождь. Если хочешь помыться, душ за сараем. Девочки, вперед. Да, хорошо. Хао, вождь. Я там буду свои булки натирать, а вы в дырку смотреть, да? Что тут за канистры стоят какие-то? Ага, это и есть душ, да? Нихуя себе. И что тут? За этот надо... Как это работает? Ну, может, хоть сейчас нам немножко тетюлей покажут, дабы, блядь, взбодрить геймплей. Нет, конечно, нет. А когда воду надо выключить, что, надо еще раз дернуть или? Я кого-то слышу. Как будто крылья какие-то пролетели. А, ну хоть кто-то на сиськи пялит. Кроун. Ворон, что ли? Кровью написал. Ворон. Интересно, блядь. Короче, а потом как припустил, и знаете что? Больше его не видели. Смешно, пиздец. Давай еще индийских анекдотов. Да вы заебали, блядь. Может, телек посмотрю? Что происходит? Объясните, почему надо запирать дом? Иди в комнату, Джоди. И не выходи, что бы ни случилось. Как сено, блядь, таскать, так я, да? И что стало с овцами? Ну, они задохнулись в пыли. Чтобы ты пострадала. Чёрт, да в чем дело, Пол? Что происходит? Иди в свою комнату. Хуй ты угадал, понял, блядь? Иди строй свою великую китайскую стену, монголоид, блядь. Чё я... Чё за говно-то, блядь? Чё за тупые люди? Почему не сказать-то всё как есть? Поможешь ты, блядь, тут не поможешь. Тебе какое нахуй дело? Сука, еблан аж бесит, а? Надо бабку разговорить. Бабка 30 лет ни с кем не пиздела, а? Бабки не могут так, блядь, долго молчать. Все же знают, что, блядь. Она хочет в окно выглянуть или что?
Опять все на своих местах. О, этому, блядь, сыкать не осех. Что? Окно не закрыл? Что там бабка делает? Мы продолжаем испытывать терпение добрых индейцев, нарушать все их, блядь, запреты. Это что за, блядь, планета там висит такая? Это луна у них так выглядит? Нихуя себе. Это что за коллапс такой вообще? Надо в конюшню пойти, там, наверное, ашки уже доедают. Ух ты, да ладно, ебаться, сраться, вот это да. Ай да, ну такое вообще не по силушке. Опа-на. Они с ним воюют, белые воюют с ним. Тут прям, блядь, Dark Souls какой-то, ничего себе. Ничего себе. Блядь, это полено летело ей в чердак, вообще чудо. Давай, галопом, галопом, галопом. Опа, опачки. Спрячемся в сортире, блядь, авось у него есть как, хоть какие-то принципы, и он не полезет за нами в парашу. Такой огромный монстр и не может просто прихлопнуть этот сортир. Ох ты, блядь. Я что-то не понял, в какую сторону надо было. А эти индейцы не заебались после таких ночей свою ферму заново отстраивать? Теребонь, теребонь. Может, Айдена пора позвать? Может, он его расщепит, как обычно? Урочек, точно Dark Souls начался. Айден ждет, когда жена позовет его, блядь. Сам ничего не помогает. Давайте, команчи. Духи факелоносцев олимпийских. Походу. Джоди! Джоди, я же велел не выходить. Да пошел ты, ебак лаг, блядь. Чуть не погибла. Что происходит? Что это такое? Я что тебе говорил? Сидела в комнате. Скажите мне... Все равно, блядь, не продолжают молчать, смотри. Это яйцо. Яйцо? Чье яйцо? Хочет крови. И чье-то яйцо хочет крови? Духи здесь не живут.
Он приходит за чем-то. Яйцо приходит за вторым яйцо. Каждому яйцу нужна пара. Яйцо. У Ашки, наверное, стресс, как у ебанашки, блядь. Каждую ночь какая-то хуйня тут творится. Бедные лошади. Сяду к тебе на спину, да? Да ты весишь-то, как воробушек, ёпта. Он не заметит. Как бы убедить его пойти вперед? Кого? Индейца? Ну, как тебе, Ашки? Вроде получается. Ну, я у него узнаю твой секрет. Я сейчас на равнину, где пасутся чура. Ты со мной? Ладно. Конечно, это ж так охуенно весело, блядь. Равнина, чуру, пасутся. Чувак, а мы будем стрелять из револьвера? В последний раз я так скакал на лошади, когда играл. А, ну да, Metal Gear, конечно. А до этого, когда играл в Gun. Да, красиво у них там. Интересно, почему у нас таких скал нет нигде? На нашей территории вот такие вот прерии есть, почему-то только у них. Секвои. Деревья у нас не растут. Странная штука эволюции, да? Как? И чё? Мы тут будем делать, интересно. Смотреть, как бараны, блядь, я тупят. Я понимаю, это больная тема. Но мне нужно знать, что случилось ночью. А те призраки вокруг дома. Ты знаешь, кто это? Отец говорит, что наше племя всегда защищали пять духов. По ночам они отгоняют от нас яйца. Не знаю, верить ли, но яйца до сих пор не проник в дом. Так, окей. Пол этого духа. Пол знал. Это ведь уже не в первый раз. Этого духа. Яйцо всегда был здесь. Он крадет души по ночам. Мать их украл, старики, наверное. Говорили, это кара. Проклятие живущих на этой земле. А теперь ответь ты на мой вопрос. Что на самом деле привело тебя в пустыню? Ты как будто бежишь от чего-то. Я просто пытаюсь забыть. Начать новую жизнь. Да, фермерши. Может, я просто бегу от самой себя. Ты как мы. У тебя тоже свой мрачный сектор. Только белая. Я... Я должна признаться. Это, наверное, очередная теоретическая love story. Я лесба. О, у них и рация есть, ничего себе. Электричества вроде как нету, а рация есть. Где заряжают, хуй знает. Это папа. Вода пропала, видно что-то с колодцем. На обратном пути проверю. И я могу туда сгонять? Ах, вряд ли ты знаешь, что делать. Сделаю, что смогу. Ну, а ты прям колодезный водопроводчик. Вон там. Его легко найти. Там мельница. Хорошо. Увидимся на ферме. Ладно. До встречи. Что-то чистенькое одет. Странно, фермер какой-то. Вот наша... Девочка, блядь, одета в какую-то поношенную хуйню, сразу видно, дачный вариант. А этот прям пиздец, как будто, блядь.
Как будто он на индийские блядки поднамылился. Вокруг костра сплясать там с индианочками. Так, дай галоп-то уже включай. Ёпта, чё он? Забыла, как механическая коробка на лошади работает. И где тут колодец? А. Там трава запуталась в мельнице. И поэтому что? Поэтому скрипит. Но при чем тут вода? Молодец, Айден. Насос заработал. А, это насос такой. Даже, блядь, представить себе не могу, как это работает. О. Походу, духи хотят рассказать страшную тайну этой семейки. Они, наверное, блядь, убили и съели свою мать. Так, а что это за насыпь? Интересно. С коновязью. Смотрите, вот эта хуйня, это чтобы коней привязывать, как я понимаю. Ага, им кто-то, их кто-то сглазил, подбросив им череп. Слушай, ну это индейцы, прям вот вообще индейцы у них, смотрите, даже. Они тут трубку мира, наверное, курят. Новогодние индейские украшения, наверное. Вайдена не заселиться. Тут ничего больше нету. Наверное, сейчас дверь закроется, если попытаться выйти. И покажут какие-нибудь заставки. О. Холокост. Индейский праздник. Опять, наверное, написал ворон, да? Че это было-то? Да, опять? Краун. И стрелка. Это же как ворон, да, переводится вроде? Кроу. Кроу. Что-то есть у этой игры от секретных материалов. Мне кажется, сценарист немного вдохновлялся, блядь, приключениями Малдера искали. Надписи и стрелки. Куда мы скачем-то, ёпта? Ну, я рискну предположить, что надо по дороге ехать. Форт Краун. И что я должна здесь сделать? Это просто название даже, видимо. Не, он не пишет ворон, просто название пишет. Ну, наверное, бриллианты вон блестят какими-нибудь. Что-то тут добывали.
Наверное, из этого колодца вылетает яйцо. Айден, что-нибудь видишь? Яйцо. Ай, блядь, опять эта хуйня со воспоминаниями. Да, и эта ржавая сабля лежит тут уже, извините, сколько столетий-то от нее уже тут. Существовало. Ничего остаться не должно было. Перебила солдат в форте? Может, это яйца? Шляп тоже, наверное, тех же времен до сих пор. До сих пор ее моль не съела, блядь, дикая степная. Охуенно. Просто круто вообще. Вот некоторые миссии в этой игре, они, блядь, вот конкретно нахуй вымораживают. Я вот, блядь, ничего не хочу сказать. Периодически, конечно, тут бывает интересно, но стоит признать, что периодически тут бывает пиздец как неинтересно. Heavy Rain такой вот лишней хуйни, конечно, не было. Ну давай, блядь, дерево найдем, чё. Индейцам же впадлу рассказать, что происходит. Все, блядь, самим надо вынюхивать. Вон оно. Как будто это единственное дерево здесь. Чем оно примечательно-то? Вилла дьявола. Какие виллы дьявола? Откуда это ты, блядь? Это место я уже видела. Где? Что, и что тут называется виллами дьявола? Вот это, блядь, высохшее нечто? Да, застревание в текстурах присутствует. Ничего. О. Черепа, череп. Пять духов, они, наверное, здесь умерли. Их убило существо. Маска. Призраки. На них были ритуальные маски. А кто их похоронил? Их пятеро, вот смотрите, 4-5. Спасибо. Кому-то это Айден же делал, нет? Она их медальоны забирает. Обереги. Зачем? Напялит на себя и выйдет на битву со злом. Инфа сотка. А у этого нету оберега, да? Этот без талисмана. Ребенку талисман отдали. А ребенок это, блядь, Пол, наверное, этот. Вождь. Талисман? Пятый талисман надо отдать. Висел на шее младенца. Который вырос с тех пор. Со времен гражданской войны. Помоги, Айден. Покажи, что тут было.
Ты только что сама прекрасно смотрела, блять, нахуй я занимаюсь вот этим направлением потока. Слишком быстро мелькает. Ничего не поняла. Там все перемешано как-то. Портал, блять, они портал открыли. Чего-то не хватает. Логики, блять, тут не хватает. Покажу немножко. Талисманы пола. Ой, пиздец, отличная идея. Отлично, супер, супер идея вообще. И сейчас я буду в обратную сторону скакать 2 часа, да, теперь, наверное. О, яйцо. А, да мы далеко не уехали, все рядом. Смотри, какая компактная ферма, блядь. Все под рукой. И форт разрушенный, и, блядь, дьяволовые виллы. И индийские могилы. И сыновья дебилы, йоу. Отец. Яйцо пришел средь бела дня, пока она скверняла могилы. Отец не прав не бывает, да? А, вот, наверное, у кого талисман. У бабки, наверное. Яйцо. Я думаю, что по яйцу надо въебать с ноги просто. Одеяло. То же, что на младенце. Мне дала его мать. Чудо Божие! Она заговорила. Еще она дала мне это. О, вот он, пятый. Пятый талисман. Да, но одеяло, я надеюсь, вы хотя бы стираете. И что она отдала ей талисман просто так, без базара? Итак, что же было? Пятеро индейцев. Надо смотреть внимательно. Давай, смотрим. Все запоминать. Портал открыли, ну, своими мантрами, блядь. Эй, 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 эй. Я не запомнил, но у меня, бля, записано. Призвали сюда яйца. Их толкала ненависть к бледнолицам. А, ну, видать, бледнолицы-то не пострадали. Он был голоден, хотел крови. Яйцо! Он здесь! Он пришел за нами. Ваши предки, это они оберегают дом, да? Они знают, что ошиблись, поэтому защищают нас от зла, которое сами навлекли. Раз они призвали это существо, должен быть способ снова изгнать его. Провели обряд, чтобы открыть проход. Я знаю нужное заклинание, но сам обряд забыт много веков назад. Я видел только что обряд. Мы должны восстановить его. Я все подготовлю, а вы споете заклинание. Скорее. Он идет. Они идут. Так мне что, надо туда же идти, на то же место опять заклинание подготавливать или где угодно? Надо развести перед домом костер. О, это важная часть обряда, это я помню. Она умеет хоть дрова-то рубить? А, понятно.
Дрова уже нарублены чурками. Конечно, бензином, ёпта, чем. Может, надо по индейским традициям палочку о палочку 2 часа тереть, нет? Нет, мы читанем, нам некогда. Яйцо сейчас охуеет просто такого обряда, блядь. Как она умудрилась себе в глаза налить? Джоди, ты чего? Я знаю, что надо делать. Бежать в дом. Пошел нахер. Черти-знаки в судовом журнале просят чаек, чтобы о нас Левиафану рассказали. Матросы перестали верить и читать молитвы о корабельной копыт. Так, Икс. Я помню, там что-то типа человека было. Но индейцев-то было пятеро, поэтому 5 лучей. А нас сколько сейчас на ферме? Надо вспомнить, в каком порядке стояли шаманы. В каком нахуй порядке стояли шаманы? На концах лучей. Это она сама сделала, молодец, потому что это, блядь, невозможно было. Все как как-то геймплейно обыграть. Все как там. Все. Теперь встаньте все, каждый рядом с талисманом. Каждому талисману нужна живая душа. Так нас мало, блядь, пола-то нету. Раз, два, нас 4, 5 нужен. Нас только 4, а талисманов 5. Нам нужна 5-я душа для обряда. Тащи, батю, сука, падла, говно. Нужна еще одна душа. Айден душа. Айден душа. Party for everybody dance. Come on and dance. Ничего. Ничего. А, все, его засад. Что-то он не хочет засасываться вовнутрь. А он, духи пришли его дубинами еще отпиздить напоследок. Опа-на, еще один. Опять Джоди досталась. Слушай, она, блядь, до старости не доживет, походу. Яйцо! Айден наносит удар, только сам Айден туда не засосись, пожалуйста, а то без тебя эта игра совсем, блядь, станет скучно. На нахуй, поставите. Я сначала подержал подольше, потупил, думал, что он его просто расщепит, но надо было на ударами туда загонять. Надеюсь, все индейцы живы, а то их и так мало осталось. Я могу только припомнить одного Найтвульфа. Даже Чингачгуки уже все померли, по-моему. Бабка, походу, крякнула. Что-то ее с кресла катапультировало немножко. Да, но, конечно, хер с твоей бабушкой. Надо, главное, Джоди проверить. Бабка-то свое уже 2 раза отжила. Шимасаки. Китайское имя какое-то. А, Шимасани. Ну... Она, как-то сказать, пенсионный возраст в стране, понимаешь, увеличился, надо, блядь. Или как это там? Продолжительность жизни увеличилась. Надо с пенсионным возрастом уравнять. Не был на этой земле.
сотни лет мой народ хоронил там своих усопших. Эта земля священна. Да, я уже заметил, блядь. Какое у вас-то все святое да священное, только, блядь, пришел яйца, нахуй, начал всех аннигилировать. Яйцо. Ну долго, блядь, давай галопом, нахуй, ну чё за хуйня? Атмосферная езда, это, конечно, очень здорово, блядь. Эх, прям как будто золото Маккены смотрю какой-то. Это земля священна, тут ограничение, видимо, 20 км в час на лошади, не больше. А то духи, блядь, придут, покарают тебя стрелой в жопу. Прикольное кладбище. Вот это, понимаю, живописное место. Вот тут можно кости кинуть. Не то что, блядь, на современных кладбищах. А батька что, тоже у них, что ли? Отправился в индийский рай. А это что там, смотрите? Кувшин какой-то в западне из веточек. Блять, и отец помер, пизда. Вот говнище, блять. Ну, пацаны, я, блядь, что могла, сделала. Какая-то музыка заиграла такая чётенькая. Она их, блядь, выкопала, что ли? А, вот что. Это сверточек был. Ну, кто первый начнет поминальные речи? Как ты могла спасти Пола? Не вини себя. Отец из Шимасани у наших предков. Им там хорошо. Поскорее бы и нам там оказаться, да? Раз там так пиздато. Че она держится за пилотку? Смотрите. Боится, что тут тоже слезы хлынут, что ли? Ну, смотрите, что это такое? Как они так сделали? Ну, тут ничего больше нету, да? Ну, сейчас в результатах после уровня как бы можно будет посмотреть, кого спасти можно было, кого нельзя. О. Опять этот ритуальный. Что, мне туда залезть надо или что? Что он хочет? Мог бы просто рукой помахать мне на прощание-то. Священная земля. Остаться. Подожди, тут что-то можно еще сделать, что ли? Например, что?
Где он стоял-то, блядь, я его не вижу. Че ты ее так наклонила? Посмотрите, она идет как-то на бок. И это не камера наклонилась, это она, смотрите, рядом с деревом. Вот дерево ровно растет. У тебя что, глючишь, что ли? Давай, выпрямляйся. Тут что, какая-то гравитация другая, что ли? Что это такое? Вот это говно полное. Это, блядь, бонус опять какой-то. Непонятный. Непонятно, нахер он нужен. Подожди, теперь ее в эту сторону наклоняет. Ее наклоняет туда, куда она должна идти, что ли? Нихера, я что-то не понял эту тему. Теперь ее вперед наклоняет. Нихуя не понимаю, блядь, что происходит. Надо куда-нибудь залезть или чего? Индеец стоял рядом с пещерой где-то наверху, ну как туда попасть? Даже не бегает нихуя. Кажись, нашел куда сюда, да? Тогда что это, блядь, было, что наклоняет ее куда-то там. Пошла осквернять священную землю индейцев. Что еще делать-то? Сейчас нового яйцу призовем. Смотрите, там про нее нарисовано. Она такое же в детстве рисовала, Айдена. Только он злой и рогатый. Мистика, мать ее. Так ты решилась? Уезжаешь? С кем ты будешь? С моим братом, индейцем проточная вода. Теперь я к этому готова. Или со мной могучий сокол, парящий на волнах. Нам и всему племени. Если не найдешь, что искал, возвращайся. Теперь здесь твой дом. Да, кайфово, блядь, всегда мечтала. Нахуй мне эта цивилизация в натуре. Буду вон воду таскать, сено носить. Тёлок тут нет, пацанов всего два. Минимализм. Я буду скучать. Да-да, три дня друг друга знаем, он скучает. Пацаны, давайте в кузове вот того пикапа хотя бы коноплю посеем. Я тогда подумаю еще. Поломаюсь. Может быть, будем тут
в бонги мира дудеть, на барабанах стучать по вечерам. Дух призыв, дух призывать всяких. У вас-то прикольно получается. Так дай мне, я на лошади уеду. Ашки. Обнять, поцеловать, хуй тебе, понял, блять? Заебало ты лобызать всех подряд. ФБРовцы еще ладно, я думал, что у вас там с ним лавстори. Чё ты тычешься ему в потные подмышки, нахер он нужен? Джоди, Джоди, на свалку по пути закинешь, блять, мотик. А ебать, это чё такое? Пришлось немного повозиться, но я его починил. Да, тормоза тоже работают? Осторожнее его трогай, а то он рассыпется сейчас от старости, мне кажется. Не, смотри, амортизаторы какие приятные, блядь. Ну, ёбаный, что сделать-то надо? Я пинком заехал в заводной рычаг. Дай бог, Гарри, чтоб вы... О! Ничего себе, вот этот поворот. Блять, индейцы, жгучие пацаны. Навахо. Они ж сказали, что они, блять, не навахо. Айден осмотрел весь дом. Вы не починили мотоцикл. Нахуй мне его чинить. 91% людей вообще сейчас, наверное, сидели такие. Какой, блять, мотоцикл? Вы рассказали Джею правду. Вы завершили обряд. 9% людей обряд не завершили, видимо, индейцы все померли. Вы вышли из дома 58%, 53% вы сбежали от яйца. А что это было бы, если бы не сбежали? Он не убивает, что ли? Вы не спасли Пола. Блять, можно было спасти Пола, каким хуем-то? Айден, наверное, должен был его вылечить. Вы обняли Джей перед уходом. 48% его еще облобызы. Да. Видимо, можно было спасти Пола, но я как-то, блядь, думал, что... Я не думал, что он смертельно ранен, я думал, что надо срочно проводить ритуал, и она торопилась к тому же. Сами, как бы, с толку сбили меня. Вот. Но я смотрю, что всего 29% Пола, блядь, спасло. То есть это раритетное какое-то решение. Я думаю, что если спасти Пола, погиб бы кто-нибудь другой, видимо. Ну, потому что ритуал, блядь. Как бы, не знаю. Ладно, короче, на этом серия заканчивается. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Не знаю, какая-то интрига пропадает. Просто она... Она, знаете, это превращается как в сериал какой-то там. «Отступник», например, был такой отстойный сериал, где серии между собой практически не связаны общим сюжетом. Просто чувак приезжает и решает всякие разные проблемы. Вот здесь сейчас то же самое происходит. С бомжами потусили, блядь, с индейцами потусили. Сейчас, я думаю, хиппи какие-нибудь будут в следующей серии. Не знаю, кто еще остался. Вот, и кончится это. Не знаю даже, чем это может кончиться. Ну да ладно, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все дела.